Вас за что доставили в отдел полиции? Продала свою ребенку. С какой целью вы это сделали? 120 000 получила. Меня только что доставили, сказали, типа, я незаконно забрала ребенка. Ну, я не знаю. У меня имеются документы все в суде. Как получается, почти что должно было суд состояться 8-го. Это ваш ребенок? Я его не рожала. Не рожала? Он как у вас оказался? Это его мать, биологическая мать, хотела в роддоме оставить. Ну, раз она не в состоянии его обеспечить, я ее забрала себе с роддома, к себе сразу. На чем вы условились, когда вот этот обмен производили? Ну, когда я приехала с мужем, с моим сыном, у меня есть сын 4 года. Она сказала, типа, я не могу обеспечить ребенку ни работы, ни жилья, и имеется в виду, ни денег, ничего нету, поэтому не хотелось бы оставить ее в доме, если получится, хотела бы иметь в виду нормальную семью найти. На этом фоне мы с ней встретились. Муж сказал, если согласна, я заберу ребенка, усыновлю, имеется в виду, а так буду помогать тебе, то, чем смогу. На этом и согласились. Она тоже согласилась. Это с роддома поехали к нотариусу, отказную она написала, и я сразу к себе домой забрала. И вот так все произошло. А денежная сумма фигурировала в вашем? Нет, вообще никакой суммы не могло идти речь, потому мы все это время помогали ей. Так, а 120 000 вы ей давали? Ей 100 000 давала, когда она просила, что у нее денег нету. Она умоляла, что имеется в виду после родов, когда я забрала ребенка, у нее денег ни что не осталось, ни квартиры, ни питания. Она еще говорила, на нос хочу операцию сделать, я не могу дышать. Она так мне объясняла все это. Ну и не стала с ней много разговаривать, ссориться из-за денег. Хотя не хотелось ей платить, но заплатила, чтобы она через чует. Ну, умоляла у меня. Сейчас за что в отдел полиции доставлены? Знаю, я дружила с одной соседкой. Она, как я слышала, хотела продать еще не родившегося малыша. Потом я подружилась с ней, предложила ей отдать в семью, где не могут иметь детей. Где-то через неделю-две они приехали, поговорили, договорились, что будут оплачивать ей жилье, продукты питания и лекарства. Далее, когда она родила, уже, как я знаю, когда то, что родила, они перед тем, как она забрать ребенка, они ей дали 20 000, так как ей сделали кесарево. Потом, это на первое время, потому что она не могла работать. Получается, когда уже в дальнейшем так получилось, что ребенок попал в больницу, в больнице потребовали свидетельство о рождении. Вот эта, которая новая мать ребенка, она приехала сюда, чтобы с ней вместе пойти в ЗАГС. Когда мы ей сказали, что ребенок лежит в больнице, она не поверила нам. И начала говорить, что вы специально это говорите, чтобы мы не дали вам деньги. Как она просила, 100 000. А потом уже, я не видела, да или нет, но как... я поняла, что ей что-то дали, чтобы ее уговорить. И также они забрали потом на следующий день свидетельство о рождении и уехали.